Так. Добрый день, глубокоуважаемый член Дистанционного совета. Сегодня мы опять же работаем в очно-заочном формате. Прошла регистрация. Присутствует утверждена став Дистанционного совета ПДС 02-00-01 15 человек. Присутствует 13 человек, в том числе 7 докторов по профилю рассмотра диссертации. На заседании присутствуют члены, следующие члены Дистанционного совета. Зачитайте, пожалуйста, список и присутствующие члены, пожалуйста, руку поднимите или скажите «да». Леонид Антонович у нас точно. Да. Он присутствует. Константин Евгеньевич. Точно. Дмитрий Сергеевич. Я. Я точно. Заочно. Сергей Ильич заочно. Юлия Васильевна заочно. Здесь. Да, Евгений Борисович заочно. Да. Михаил Дмитриевич очно. Здесь. Юрий Николаевич заочно присутствует. Юрий Петрович очно. Владимир Михайлович заочно. И Евгений Юрьевич заочно присутствует. Спасибо. Таким образом, кворум есть. Разрешите открыть заседание. На прошлом заседании Дистанционного совета было принято к рассмотрению диссертация Семеновой Ольги Валерьевны на тему «Методы и алгоритмы анализа моделей массового обслуживания с полингом, ненадежными обслуживающими приборами и коррелированными потоками» на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05-13-18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». И была сформирована экспертная комиссия в составе председатель Малых Михаил Дмитриевич, доктор физмат-наук, доцент кафедры прикладной информатики и теории вероятности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российского университета дружбы народов. Члены комиссии Дружинина Ольга Валентиновна, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра информатика и управления Российской академии наук. Рыбаков Юрий Петрович, доктор физико-математических наук, профессор, профессор Института физических исследований и технологий Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российский университет дружбы народов. Слово для оглашения экспертного заключения предоставляется Демидовой Анастасии Вячеславовне. Экспертная комиссия проанализировала диссертацию, реферат публикации статьи и пришла к следующему заключению. Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности на 5.13.18 математическом моделировании численных методов и комплексы программа именно пункту 1, разработанного в математических методах моделирования объектов и явлений пункта 2 для качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей и пункту 8 разработка систем компьютерного и инновационного моделирования. В соответствии с содержанием диссертационной работы специальности 5.13.18, по которой она представлена значительной работы ее научной и практической значимости. Диссертация Семена Ольга Валерьевна представляет научную самостоятельную в котором решена правильная задача исследования математических моделей массового обслуживания с полингом, многофазных систем и системных надежных обслуживающих приборами, интегрированных каналов, с коррелированными подводными потоками, имеющие важное научное значение. Теоретическое значение научной на диссертации состоит в том, разработке комплексных методов анализа моделей массового обслуживания, применяемых для оценки производительности широкополосной беспроводной сети нового поколения, включая особо исследованные в мировой литературе системы адаптивного динамического полинга, многофазные стахастические системы, коррелированные потоками большой размерности для моделирования широкополосной беспроводной сети с линейными топологиями математической модели, а также функционирование гибридной системы на основе лазерной и радиотехнологии.
Научные нарезные исследования, представленные в диссертационной работе, заключаются в следующем. Разработанные методы, производящих функции метод средних значений для анализа моделей систем поля, отличаются от известных методов анализа систем фиксированным порядком опроса, учетом динамического характера адаптивного спроса. Разработанные методы анализа моделей многофазной системы массового обслуживания, скоррелированные входным потоком на первую фазу, разработанные новые модели двухканальных систем с надежными обслуживающими приборами. А отличием новых моделей является гиперэкспоненциальное распределение периодов отказа беспрепольной работы и коррелированных входных потоков. Предложен метод расчета вероятности состояния в переходном режиме для системы обслуживания с коррелированным входным потоком, распределением обслуживания базового типа и ограниченным выбором. И разработан комплекс алгоритмов и программ расчета характеристик производительности имитационного моделирования и машинного обучения систем поля многофазных систем двухканальных систем с ненадежными обслуживающими устройствами. Полученные результаты сложны в логичном и доступном виде, что делает возможным их использование в образовательном процессе по соответствующим специальностям. Для применения теоретических результатов, полученных диссертации, в работе научно-исследовательских организаций и при выполнении проекта телекоммуникационной компании разработан алгоритм, который легли в основу комплекса программ для расчета важнейших характеристик производительности указанных выше широкополосных беспроводных сетей. Основные результаты диссертации сложены в 36 работах, в том числе в 2 монографиях, 6 статьях из перечня ВАК-РУДН, 14 публикациях Web of Science и Scopus. Также есть одно свидетельство о регистрации программы ВМ. Автореферат диссертации адекватно отражает содержимое исследование, четко формулирует его основные положения и выводы. В соответствии с профилем выполненного диссертационного исследования рекомендуют следующие официальные оппоненты: Рыков Владимир Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор кафедры прикладной математики и компьютерного моделирования Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Орлов Юрий Николаевич, доктор физмат-наук, доцент, заведующий отделом Федерального исследовательского центра Института прикладной математики Келдыша РАН, заведующий кафедрой информационных технологий РУДН. Морозов Евсей Викторович, доктор физмат-наук, профессор, ведущий научный сотрудник прокуратуры математической кибернетики Института прикладных математических исследований Корейского научного центра РАН. И Моисеева Светлана Петровна, доктор физмат-наук, профессор кафедры теории вероятности и статистики Национального исследовательского Томского государственного университета. Выбор оппонентов по обоснованных сферы научных интересов и наличие публикаций по тематике диссертационного исследования. В целом можно заключить, что рассматривание диссертационной работы Семёна Борисовича Валерьевны на тему методы алгоритма анализа моделей массового обслуживания с полем и надежным обслуживанием, приборами и коррелированными потоками соответствует профилю диссертационного совета ПДС 0200-001, что позволяет рекомендовать принятие в защите. Спасибо. Итак, кто за то, чтобы считать диссертацию Семеновой Ольги Валерьевны, соответствующий профиль диссертационного совета ПДС 0200-001 по специальности 05-13-18 математическое моделирование численных методов и комплексов программ и принятие в защите, прошу голосовать. Пожалуйста. Леонид Антонович. За. За. Я за. Александр Николаевич. Сергей Ильич. Юрий Васильевич. За. Евгений Борисович. За. Павел Дмитриевич. За. Юрий Николаевич. Юрий Петрович. Владимир Михайлович. За. И Евгений Юрьевич. Кто за то, чтобы назначить официальными оппонентами доктора физико-математических наук, профессора кафедры прикладной математики и компьютерного моделирования Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина,
Рыкова Владимира Васильевича, доктора физико-математических наук, доцента, заведующего отделом Федерального исследовательского центра Института прикладной математики имени Келдыш, РАН, заведующего кафедрой информационных технологий Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российский университет дружбы народов Орлова Юрия Николаевича, доктора физико-математических наук, профессора, ведущего научного сотрудника лаборатории математической кибернетики Института прикладных математических исследований Карельского научного центра Российской академии наук Морозова Евсея Викторовича, доктора физико-математических наук, профессора кафедры теории вероятности и математической статистики Национального исследовательского Томского государственного университета Моисееву Светлану Петровну. Прошу голосовать. Леонид Антонович, Константин За. За. Евгений Борисович. За. Михаил Дмитриевич. За. Юрий Николаевич. Юрий Петрович. За. Владимир Михайлович. За. Евгений Юрьевич. Кто за то, чтобы разрешить печать автореферата диссертации в количестве 150 экземпляров, утвердить дополнительный список рассылки автореферата и назначить дату защиты диссертации на 24 июня 2022 года? Прошу голосовать. Нет, Антон. За. 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 Александр Николаевич. Сергей Ильич. Юлия Васильевна. За. Евгений Борисович. За. Михаил Дмитриевич. За. Юрий Николаевич. Юрий Петрович. За. Владимир Михайлович и Евгений Юрьевич. Мы исчерпали повестку дня. Всем спасибо. Заседание закрыто. И последнее заседание.